Так, привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня покажу вам такой необычный, скажем так, мягко говоря, способ посолить, потом подвялить красную рыбу. У меня конкретно кита, свеженькая, только что поймана сегодня утром. Для этого нам понадобится непосредственно рыбка. Вот эта самочка, они худенькие, там шишка у них. Что надо с ней нам сделать? Нам нужно посрезать вот эти вот косточки. Чуть-чуть, они тут нам не нужны. Так. И нарезать эту рыбку на полоски, примерно 1 сантиметр шириной. Вот, видите? Примерно сантиметр. Эти ребрышки лучше срезать, они нам не нужны. Хотя они тоже вкусные, их можно погрызть, но здесь они нам ни к чему в этом рецепте. Ножи не очень острые. Ребрышка лучше мы обрежем. Так. Эти перышки тоже уберем, они нам не нужны. Такая рыбка у нас получается. Брюхо тоненькое, так что его так чуть-чуть просто резанем тоже. С этим куском делаем то же самое. Срезаем все лишнее. Выкидываем. Вот филешку я подготовил, опять режем ее на полоски. Все, рыба разделана. О, видите, что получилось? Сейчас продолжим. Выкидываем все собакам, кошкам. Сейчас у нас кошки тут отъедаются. Дворовые. Так, вот, друзья. Вот это у меня икорный тузлук. Икра стекла. И теперь вот этот тузлук опускаем в наши полоски рыбы. Солить их будем примерно 15-20 минут, более чем достаточно. Все, оставляем на 20 минут. Потом привязываем веревочки и вывешиваем эти полоски. Посмотрим, что получится через 3 дня. Не вернемся. У этой рыбы будет ярко выраженный вкус икры красной, подвяленной. Попробуйте, не пожалеете. Ну
Ну все, сводим. Так, друзья, ну вот, рыбку я вчера вечером вывешал. Видите, полосками порезал и повешал. Она уже подсохла. И завтра уже можно будет ее, в принципе, кушать. Ее не надо высушивать сильно. Она такая малосольненькая и должна быть маленько мягенькая. Вялится просто, вот, без всяких, не стал не там заморачиваться с ниточками, ничего. Просто на кусок профиля ее накинул, да и все. Вот такая вот рыбка получается. Здесь ее маленько окно открыто, створка на балконе, и ее обдувает. Я уже пробовал, скажу вам честно, сегодня с утра вкусно. Но маленько еще, чтобы пускай подвялится. Сегодня-завтра два дня и будет более чем достаточно этой рыбе. Рецепт зачетный. В икорном тузлуке. Единственное, что режьте полоски одного размера и можно как можно уже. Если у меня вот пошире есть. Будет маленько дольше сушиться. Но это не суть важно. На вкус это никак не отразится. Просто. Вот, видите. Отслаивается. Рыбка жирная. Кусочек. Вкусно. Ребят, на балконе у меня ремонт. Так что об этом будет отдельное видео. Тут у меня и коптилочка, и сушилочка будет. Пока в процессе, так что извиняюсь за маленький беспорядок на балконе. Когда все сделаю, я вам покажу это видео, и должно быть неплохо. Так, ну все, рыбка пока вот вялится вот так. Просто перебрасываем ее. Я время от времени ее двигаю, переворачиваю, чтобы она равномерно вот раз пришел, там через часик, через два перевернул ее. Чтобы она со всех сторон подвяливалась. Пробуйте. Так, ну вот, друзья, рыбка подвялилась. Смотрите, что получилось. Абсолютно не изменился цвет у рыбы. Можно подвялить еще, но я вот не люблю сильно сухую рыбку, чтобы она была такая, чувствовалась, что это рыбка. Вкус. Вот, цвет, обратите внимание, жирненькая. И вкус трудно описать, но у нее есть привкус красной икры, подвяленный такой. Рецепт довольно-таки интересный. Рекомендую вам попробовать. Уверен, понравится. Времени занимает минимум, а результат приятно порадует. Видите, цвет вообще не изменяется. Красная, значит рыба красная. Ну и вкусно, соответственно. Это она вот у меня три дня подвисела, чуть-чуть подсохла. Можно кушать. Ну все, ребят. На этом я заканчиваю это видео. Всем, кому понравился рецепт, ставьте пальцы вверх. Кому не понравился, ставьте пальцы вниз. Подписывайтесь на канал. Не забывайте оставить свои комментарии, самое главное. И рыбка еще будет ловиться, значит будут новые рецепты. Все, всем до встречи, всем пока.